Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объявил состав на ближайшие товарищеские матчи с Испанией 23 марта и Бразилией 27 марта. Вратари: Марк-Андре Тёр Стеген, Барселона, Бэйрон де Лена, Байер, Кевин Трапп, ПСЖ. Защитники: Джером Боатенг, Матес Хумельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюли. Все: Бавария, Йонас Хектор, Кёльн, Маттиас Гинтер, Боруссия, Мюнхен, Гладбах, Антонио Рюдигер, Челси, Марвин Плать, Тенхардате, Герта. Полузащитники: Тони Круас, Реал, Месут Озил, Арсенал, Томас Мюллер, Себастьян Руди, Оба, Бавария, Сами Хедира, Ювентус, Имре Джан, Ливерпуль, Юлиан Дракслер, ПСЖ, Илкай Гюн Даган, Манчестер Сити, Юлиан Брандт, Байер, Леон Горецко, Шальке. Нападающий: Марио Гомес, Штутгарт, Лерой Зани, Манчестер Сити, Тимо Вернер, РБ Лейпциг, Сандра Вагнер, Бавария, Ларс Штинтель, Боруссия, Мюнхен, Гладбах. Полузащитник Дортмундской Боруссии Марко Ройс не вызван в национальную команду после полученной в четверг травмы паха в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с Red Bull Зальцбургом 0-0-1-2 по сумме двух матчей. По словам Лёва, было принято решение не рисковать здоровьем 28-летнего Ройса, который совсем недавно вернулся в строй после серьезной травмы. Боруссия снизит нагрузку на Ройса, чтобы он смог выступить на ЧМ-2018.